Сегодня у нас дается официальный старт участия Тольяттинского государственного университета в молодежном форуме Приволжского федерального округа «Иволга-2015». Разрешите всех нас с этим поздравить. Два предыдущих года наши студенты инициировали самое большое количество проектов по всем сменам, и мы надеемся, что в этом году мы также активно примем участие в этом форуме. Для приветственного слова приглашается ректор нашего университета, который всегда поддерживает все начинания студентов, Михаил Михайлович Криштал. Дорогие ребята, уже действительно в третий раз проводится этот форум. Он один из самых крупных молодежных форумов в России и, безусловно, самый крупный в Приволжском федеральном округе. Замечательно, что в свое время Николай Иванович Меркушкин инициировал его проведение именно здесь, на Самарской земле. Ну, а мы, в общем-то, считаем, что это скорее наш Тольяттинский форум, наша Тольяттинская земля, потому что проводится вот там, где мы традиционно празднуем, отмечаем подобные масштабные мероприятия. Ну, именно поэтому мы всегда так с таким большим энтузиазмом участвуем. И правильно было сказано, что наша делегация одна из самых многочисленных, ну, а может быть, даже и самая многочисленная из делегаций вузов. Это очень хороший старт, это хорошая возможность попробовать себя в самых различных проектах. Насколько я помню, там 9 площадок, да? 9 площадок, причем они настолько разнообразны, что если у вас есть хотя бы к чему-нибудь желание, интерес, настойчивость, хочется себя проявить, вы всегда себя там найдете. И это не только возможность себя попробовать, но и получить соответствующую поддержку и организационную, и даже финансовую. И такие примеры есть, и среди наших студентов тоже, поэтому это абсолютно реальные шансы. Я надеюсь, что здесь собрались самые активные студенты, поэтому я жду от всех вас проектов и активного участия в Иволге. С праздником! Мы прибыли к вам в гости для того, чтобы рассказать, поделиться, представить вам все новшества, все уникальности форума «Иволга-2015». Обратите внимание, главный сайт форума – иволгафорум.ру. Регистрация уже началась, 1 марта она стартовала. И 15 мая она завершится. Мы всегда говорим, форум бесплатно для участников, да? Всем бесплатно. У вас есть возможность приехать, вас там кормят, поют, одевают, обувают, спать укладывают, привозят, увозят. Полный пансион. Все включено. Вот такая система на 10 дней. Поэтому как бы условия очень хорошие, все организовано. Единственное, что если у нас бывают какие-то природные катаклизмы, да, но обычно мы всегда успешно их переживаем. В каждом университете, в каждом муниципальном образовании создан такой мини-штаб форума, консультационный пункт, можно так сказать, да, куда вы можете прийти, пообщаться, рассказать о своих идеях, проконсультироваться и так далее. У нас определены ответственные за смены, и сейчас я назову направление смены форума и тех кураторов, к которым можете обращаться. Итак, смена «Ты предприниматель», ответственная за эту смену, Искосков Максим Олегович. Смена «Арт-квадрат» Щелокова Елена Федоровна. Смена «Я патриот» Щелокова Елена Федоровна, у нее больше всего смен. Смена «Беги за мной» Балашова Валентина Федоровна. Смена «Технология добра» Игунина Мария Валерьевна. Смена «Политика» Липинский Дмитрий Анатольевич. Смена «Информационный поток» Лившиц Юрий Анатольевич, вот он. Смена «Инновации техническое творчество» Анжелика Миралина Попова. Всегда можете ко мне обращаться. Если у вас нет проекта, не бойтесь, приезжайте с идеей, потому что эксперты нашей смены вам дадут экспертную оценку, вы доработаете свой проект. Второе направление – это образовательная программа. То есть в течение 10 дней вы будете слушать лучших федеральных экспертов, которых в обычной жизни вы, возможно, даже бы и нигде не встретили. Ну и, конечно, реализация проекта.
Мы с вами говорим о том, что, конечно, каждый едет за грантом, но это не основная цель. Вы получите те знания, инструменты, навыки, которые вам после форума помогут правильно найти финансирование на проект, реализовать его, продвинуть свой проект. Поэтому мы вас не оставим даже после форума и будем дорабатывать с вами проекты. До встречи на форуме.